сейчас приехали на дачу, и я вчера уже, мы здесь были. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 19-е. 19-е? Это? Четверг, это сюда. Оставь наконец-то мои пустые консервы. Как можно выкидывать банки из-под консервов вообще, я не понимаю. Просто вот так вот кидаешь в мусорку, и ты уже ее. Это же железные баночки, с них, в них можно что-то хранить. Я хочу много-много консервов насобирать, пустых банок и играть в городки с ними. Да! Так что у нас вчера госпожа Меркель выступала? Хочу вам рассказать, что кто не в курсе, что говорила. А самое смешное, хочу вам кое-что показать сейчас. Расскажи, кто это вообще? Кстати, был в магазине. Ну что, все знают, кто такая Меркель? Нет! Не кричи на меня. Сейчас был в магазине, и вчера был в магазине. Нигде нету туалетной бумаги. Макароны, все по-прежнему, короче. Ну, у нас еще на недельку есть, но знаете, что я нашел на даче? На даче в... не нашел. А знаете, что у меня есть? Я совсем забыл. Смотрите. Смотрите, какой толщины. Бумажечка. И если нам не хватит туалетной бумаги, потому что у нас запасов нету, мы культурные, мы не запасаемся всякой ерундой. Мы приедем сюда, на дачу, и будем вот этим выручаться. А кушаю я, ребята, мюсли вот сейчас. Или мюсли, как это вообще по-русски называется? Вот такая хлопья. Вот штучка, смотрите. Хлопья? Ну тут не хлопья, у меня тут изюм, малина сушеная, из бананы. Хлопья с вот этим вот. Вот тут малинка есть, изюмчик, хлопья тоже есть. И овсянка или что это? Геркулес. Вот так вот. Офигенная штука. У меня сегодня такой обед. Вот так вот. Ведем здоровый образ жизни. Все, ребята, я подкрепился. Как вам моя маечка? Вот такая вот, обожаю, у нее такой хороший. Это Сцеунда, по-моему, да, магазин? Да-да, по-моему, это Сцеунда. Самый лучший этот самый. Очень приятный материал. Еще я хотел у вас спросить, если у вас карантин или что-то такое, чем вы вообще занимаетесь? Вот у нас, к счастью, вот дома у нас нету балкона. Вот. Там повезло, у нас есть дача. Пока еще все не позакрывали, мы можем сюда приехать. Да, здесь вот стоит хорошая погода. Но сейчас погода тоже подпортится. Но у меня есть чем заняться дома, буду мастерством заниматься. Живем в этой квартире сколько? Больше 10 лет. Я до сих пор плинтуса еще не во всех комнатах сделал, прибил. Так вот. Ну так что у нас произошло за последние сутки? Вот вчера наша мадмуазель Меркель выступала. И, ну, что самое главное, что она сказала, что с такой ситуацией Германия не складывалась со времен Второй мировой войны. Что ситуация очень серьезная. И, ну, это мы без нее знаем. И что она сказала, что каждый из нас, то есть судьба этой ситуации лежит в наших руках. Что каждый из вас и из нас ответственный за развитие событий. И тем самым она намекнула на то, что люди должны более серьезно относиться к контакту с другими людьми и то, как они сейчас проводят время. Да? Сейчас только что, мы на даче, сосед пожилой, нормальный человек, я считал до сих пор, очень хорошо. А другой что-то нас задымляет постоянно чем-то здесь, хорошо, что хоть сейчас так немножко идет дымок. Там аж опилки какие-то. Подошел сосед ко мне и начинает разговаривать со мной все ближе и ближе, я говорю, чуть-чуть на расстоянии. Он останавливается, начинает разговаривать, и потом опять начинает все ближе и ближе идти в нашу сторону. Как люди не поймут, это я не понимаю. Ну и госпожа Меркель намекнула, что если мы не будем ситуацию сами регулировать и будем вести себя так же по-прежнему, как мы ведем. Сегодня я видел фотографии из Берлина, что люди там ездят толпами на велосипедах по парку, там друг за друг за другом вереницы и так далее. Что придется, наверное, вводить комендантский час. Но опять же, я говорил в последнем ролике, что это дело каждой земли отдельно в Германии. Сейчас похоже на то, что в Баварии это будет введено в первую очередь. Бавария у нас южная земля.
Вот так вот, потому что, видимо, люди действительно не соблюдают этих правил элементарных. Так вот, потом я не понимаю, почему правительство, например, не раздает вот эти маски, да? Почему, или там не продают их везде за какую-то символическую копейку? Потому что, в принципе, государство должно обеспечивать безопасность своих граждан, и вот эти маски сейчас, их элементарно у многих нету, и они распроданы, да? Я бы, например, я вот в шарфе хожу, да? Сегодня ходил в шарфе, там смотрят на меня все как на идиот. Останавливаюсь, да? Вот почему это, значит, маски не раздают, например? Вот это мне тоже непонятно. Значит, количество зараженных у нас 13 тысяч по Германии. Количество жертв уже с летальным исходом уже больше 30. Вот так вот. И я уже смотрел по некоторым городам или что-то. Статистика растет зараженных на 50% каждый день. То есть все развивается очень-очень быстро сейчас. Вот так вот. Ну, а мы сидим дома, делаем уроки. Полдня у нас уходят на уроки. И потом вот на даче сидим. Завтра тоже будет еще хорошая погода. Когда будет плохая погода, там уже, наверное, введут комендантский час через 2 дня. То будем дома сидеть тоже. Интересно, как если вот комендантский час введут, как с собакой гулять? Потому что, по идее, нужно это самое... Собакой-то выходить нужно как-то. В квартире ты не будешь сидеть. А ходить можно только или на работу, или в магазин, там, или к врачу, и все. Ну, с собакой. Собака тоже должна разрешить, потому что иначе как это? Это сразу другие болезни появятся дома, если все обделает. Хотел вообще сделать на эту тему отдельный ролик, но, извините, буду кушать виноградик. Но сейчас расскажу, потому что новостей особо нету, поэтому расскажем это сразу. Хотел рассказать о том, что в Германии, не знаю, как в других странах, но наверняка тоже, очень советую всем иметь взрослым друг на друга, которые живут вместе, близким своим всем, доверенность. Доверенность какую? Доверенность о ведении дел, например, финансовых. Есть в интернете ссылка, я в описании помещу ее. Можно распечатать бесплатно. Можно сходить к нотариусу, чтобы он это заверил. Можно оставить это так, без заверения, но это обязан иметь каждый, ребята. Называется это по-немецки «Vorsorge, Vollmacht». Там несколько страниц, вы, например, вот на жену я на свою сделал, а жена на меня, например, 2 экземпляра распечатываете, она делает на меня, я делаю на нее. Например, если со мной что-то случится, она может распоряжаться. У нас есть общие счета, у нас есть раздельные счета. Так получилось, у нас все в принципе вместе, но счет, который на мое имя, чтобы она им распоряжалась, нужна обязательно эта бумажка или доверенность еще дополнительно из банка. Обязательно имейте в виду, если с человеком что-то случится, то банковский счет перекрывается полностью. А пока вы уже разберетесь там с официальным наследством и что и так далее, может пройти очень много времени, вам реально, если, например, один человек не работает, не на что будет жить вот это время. Потом эта доверенность на почту, что вы можете открывать письма вашего партнера, супруга, супруги. Это не происходит автоматом, если вы расписаны. Это ошибка. Или, например, в больнице, чтобы вы могли принимать какие-то решения очень важные. Я внизу напишу, как это называется, еще раз по-немецки. Можете это задать просто в гугле. Есть очень много всяких образцов, этих таблиц. Можете от руки все заполнить дома, подписать. И вы уже себя обезопасите немножечко, если, не дай бог, что-то случится, да, у вас будет такая доверенность. Уже повторяю еще раз, если вы в браке, это еще ни о чем не говорит, если что-то случится, вы будете как чужой человек. Все, что принадлежит другому человеку, пока что заберет, скажем так, закроет банк и государство, и все, а разбираться вы уже будете после. Вот так. Так что посмотрите эти документы. Если кому-то что-то не ясно, можете написать, я вам
напишу в комментариях. Мы сегодня как раз вот заполнили. Мама, вот здесь вот всегда такие смешные. И штучки. Такие документы должны быть у каждого. И постоянно говорят сейчас по радио, по телевидению, вот какие героические работники в магазинах работают, кассиры и кассирши. Да, конечно, они героические работники, но почему государство или работодатель элементарными масками их не снабдит? Вы посмотрите, когда это все случилось в Китае, все население, там чуть ли не домашние животные в масках ходили везде. Тут заходишь в магазин, да? В магазине это значит место встречи сейчас одно из единственных, которые вообще еще работают. И сидят эти кассирши с утра до вечера, да, и через них проходит вся публика, да. Она мало того, что трогает все эти кнопочки и карточные терминалы, где. Кассирши сидят без масок, да, и общаются, они вынуждены общаться с каждым клиентом. И там расстояние, я вам скажу, во-первых, там нет никаких стекол, ничего закрытого, и там расстояние очень маленькое, да. Тем более, вы смотрите сверху, да. Вот такие вот мне моменты непонятны. На бензоколонке я еще не был. Не знаю, что там творится, но, наверное, то же самое. Да? В аптеке поставили вот эти стекла из плексистекла, из оргстекла. Вот так вот. Потом говорили, что будут продовольственные магазины открыты по воскресеньям. А сейчас я в газете прочитал, что магазины сами сказали в прессу, что нет, мы не видим нужды, чтобы мы открывались по воскресеньям. И у нас нет возможности, потому что у них нет работников, нужно когда-то, чтобы, потому что для этого система сейчас не, как бы не, на это не настроена, и не могут люди сейчас работать сутками напролет, да? Есть страны, где по воскресеньям открыто, но у них, соответственно, есть больше работников. Вот так вот. Поэтому я считаю, что в этом смысле государство полностью как-то реагирует не собрано, да? Пусть они уже презервают, я не знаю, а резервистов пусть они помогают, да? Или каких-нибудь там добровольцев, я не знаю, что это такое. Вышли они, значит, государство сказало, вот, мы о вас заботимся, все магазины будут работать 7 дней в неделю, да? Они испугались, наверное, что туалетная бумага там еще пропадет еще больше. А что они для этого делают? Ничего не делают. Только говорят и говорят и говорят, да? Даша, ты сегодня уже 10 часов занимаешься уроками. Вот это там делаешь. Это способ. А у нас тут просто красота. Да, лыча вон, белые деревья. И все в белых лепесточках. Тут я уже подготовил опять траву. Будем высаживать. Как снег. Мусор дожигаем. Немножечко подмели и сзади, потому что было ужасно. И все эти плитки опять в раскосяк. Каждый год это нужно выправлять. Особенно вон там просело, нужно будет что-то сделать. Это никогда не скончаемая история. Сейчас мы с Дашуней будем делать маршмеллоу. Как маршмеллоу будет по-русски, знаете, что такое? Как зефир такой на палочках. Сейчас она закончится своими уроками, бедная, сегодня весь день. Вот тут я подрезал тоже ветки. Там ветки отрезал. Вот что от них осталось. Компост наш. Помните еще, как я его строил? Половина еще не заполнена. Но я стараюсь многое увозить, потому что иначе он переполнится. Так, тут у нас бочки. Бочки я на зиму сливал. Поставил такие штучки, чтобы там вода не замерзла. Сейчас, наверное, тоже все это сниму, потому что уже, в принципе, все, уже не будет снежных периодов. Как по-русски тоже маршмелло называется? Маршмелло, не знаю. А? Не знаю. Заслонять. С другой стороны нет. Дальше сюда. Она так должна гореть? Да. Так ее кушать. Потом она горячая? Вот сначала нужно. Первый раз такое кушаю.
Нет, ну Вики Сандра такой. Я не кушал такое еще. Тебе нравится? Ну как мороженое теплое получается. А? Теплое мороженое уже не мороженое. Ну давай пробуй, не обожгись только. Вкусно, да? Оставим на завтра, да? Но у нас все равно целый пакет. Угу. Будем завтра тоже жарить. Да. О, у меня что-то сильно подгорело, нет? Да, вкуснее. Когда сильно подгорает, вкуснее? Ну, когда-то она начнет гореть тоже, да? Угу. Вот так вот мы сегодня, ребята, день провели. Я тут убирался немножко. Даша занималась с мамой уроками. Сегодня весь день. Математика у нас сегодня плохо шла, да? Угу. Все плохо шло. Все плохо шло, да? Ну что, завтра мне с тобой позаниматься? А? Мне все равно. Ну как ты хочешь? Угу. Попробуем завтра, да? Во, какой получился, а? Первый раз такое ем. Все время видел, что дети едят. Я вспомнил, что это мне напоминает. Вот если безе, как, знаете, что такое безе? Если белки взбивать от яйца, это очень похожий вкус. Точно. Ты куда убежала? Да, вот это, если миксером белки взбивать, обалденно. Очень вредно, конечно, но так устроен мир, к сожалению. Главное еще в этом деле не обжечься. Ну что, будем с ребятами прощаться сегодня? На сегодня? Уже каждый день записываем ролики. Не будем слишком это растягивать. Ребята, рассказала вам все новости. Завтра еще хорошая погода. Хотя бы, чтобы завтра, надеюсь, не введут нам запрет на выход из дома. А в субботу уже портится у нас все. А, горячо. Ну, конечно, ты вот так вот его. Красота. Я слышал, что бензин очень подешевел, надо заправиться. Тоже. Вот. Ладно, ребятки, будем с вами прощаться, не отнимать ваше драгоценное время. Рассказывайте, что у вас новенького. Сидите вы дома, не сидите вы дома. Кто с детками, кто без деток. Как вы думаете, когда закончится вся эта канитель со всеми этими болезнями? Так что, желаем вам всего хорошего и до новых встреч.